Здравствуйте, уважаемые. Хочу показать, как включить-выключить интернет двумя иконками. Вот у меня на столе есть старт интернет с расширением бат и стоп интернет. В данный момент у меня интернет включен. Проверяем. Если я нажму на стоп интернет и попробую запустить, но этот, наверное, в кэше, он будет воспроизводиться. Любой другой. Ну вот если я обновлю страницу, допустим, вот все, видите, не удается зайти. Запускаю старт интернет. Обновляю страницу. Бинго, все работает, да? Выключаю. Обновляю страницу. Интернета нет. Значит, это два микробат-файла. В первом написано «Старт интернет». Вот такая вот команда ipconfig пробел обратный слэш renew, это старт. Чтобы остановить интернет, надо прописать команду ipconfig пробел обратный слэш релиз, и все. Это делается в блокноте и сохраняете с расширением .bat. Все, и помещаете на рабочий стол. Очень удобно, когда нужно быстро включить и быстро выключить интернет. Потому что вот нажатие на эту клавишу, стоп, ну, у меня он установлен сейчас. Вот без доступа к интернету. Старт. Ну сколько тут? Ну, 3 секунды. Все, интернет есть. Останавливается он вообще мгновенно. Хоп. Интернета нет. В общем-то, все, что я хотел рассказать. Спасибо за внимание.